Друзья, об этой новости мы узнали только сейчас. Я думаю, вам будет интересно. В новогоднем огоньке не выступала всем известная российская певица шансона Любовь Успенская. Все были шокированы, почему ее не было на съемках. Только сейчас одна из близких подруг Любови Успенской начала говорить всю правду. Оказывается, что еще 25 декабря Любовь Успенская была доставлена в городскую психиатрическую больницу, где находится до сих пор. Что с ней произошло более подробней, мы пока не знаем, так как подруга пока отказывается что-либо подробнее рассказывать. Следите за нашими новостями, друзья. Действительно ли это все так, либо это очередной интернетный фейк, мы пока не знаем. Мы будем держать вас в курсе событий, будем надеяться, что уже завтра рано утром у нас получится рассказать вам всю правду.